Два бизнес-проекта рассмотрели на заседании в администрации района. Проект по созданию крестьянско-фермерского хозяйства и расширению производства топливных пеллетов. Последнее позволит создать в Щелковском районе 114 рабочих мест. От маленькой фермы к большому крестьянско-фермерскому хозяйству. Вот такой идеей задался щелковский предприниматель Олег Константинов. Свою небольшую ферму в Щелкове он планирует развить. Проект заключается в производстве молока, переработке и изготовлении высококачественной продукции, сыров в частности. Для реализации проекта предпринимателю необходим земельный участок. С этой целью он и вышел на инвестиционный час. Вопрос уже прорабатывается. Возможно, выделение земли в городском поселении Фряново. Расширить предприятие – действующий завод по производству топливных пеллетов. С таким проектом выступил директор компании «Мегапродукт» Андрей Сидоров. Пеллеты – гранулы для отопления помещений. Используемые для их сжигания печи нового поколения не требуют постоянного контроля. Процесс горения автоматизирован, а при сжигании гранул почти не выделяется углекислый газ. Сейчас предприятие перерабатывает сухую стружку деревьев. Расширение производства позволит работать сырой древесиной, которая остается в результате санитарной вырубки леса. Вторая очередь, которую сегодня мы докладывали, она предполагает и окариватели, да, которые снимают кору с деревьев, и измельчение до состояния щепы, сушка щепы и дальнейшая переработка ее уже получается биотоплива. Пеллеты являются хорошей альтернативой для дров, газа и других видов топлива. Предприниматель планирует инвестировать в проект 1,4 миллиарда рублей. Все-таки довольно-таки проблемно, предположим, в отдаленные наши СТНД, НТУНТ подвести газ. А люди стараются строить дома, которые могут быть использованы для проживания и в летнее, и в зимнее время. То сырье, которое будет работать для того, чтобы согревать дом, оно позволит многие ДНТ и СНТ, ОНТ превратить в места постоянного проживания. Также на заседании доложили о реализации проекта, рассмотренного на одном из последних совещаний, расширении производства комплектующих для сумок. Предпринимателю предложили участок в районе улицы Заречной в Щелкове. Инвестиционный час дает определенный фундамент для любого предпринимателя, для захода с инвестиционным проектом на территорию. Уверен, что каждый из этих проектов будет реализован на территории, если наши уважаемые коллеги соответствующее финансирование этих проектов предусмотрят в своих планах. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».